Сразу поздравляю всех с прошедшими праздниками, с Днем защитника Отечества, с 23 февраля, кто достоин этого праздника. Женщин поздравляю всех с 8 марта, здоровья им, потому что с нами только здоровье нужно. А в остальном попытаюсь сейчас сделать такой некий анонс тех материалов, которые у нас уже накопились, тех предметов, которые накопились и которыми обязательно будет обзор, плюс те материалы, которые у нас как бы в голове еще сидят. Итак, значит, начнем. Ну, вот появляются наконец-то у нас часы. Да? Это Бингер. Часы приходят, пришли они вот в такой вот коробочке. Я сейчас быстро просто открою, закрою и все. В такой коробочке. Так, здесь у нас какая-то открытка. Спасибо мне, спасибо вам, спасибо всем. Вот сами часы вот такой крупнейшей пупырки. Вот, собственно, часы. Вот они. Ну, в общем, скажем так, то, что мы любим. Я, в смысле, люблю. Поэтому посмотрим, что там дальше будет. Пока что вот так я вам их анонсирую. Так, следующее. Пойдем по часам, да? По часам пойдем. Следующие вот такие часы. Это часы Navi Force. Они у нас кварцевые. Я их тоже люблю, потому что это одна из таких, ну, которые мне нравятся, которые делают такие, ну, достаточно прикольные часики. Вот они какие. В общем, мне понравились. Но мы к ним, видите, здесь кожаный ремешок, как раз заодно и посмотрим, я вам покажу, как мы будем на них менять вот такой вот ремешок. Я специально купил ремешок черный, потому что кожаные я ремешки не люблю. Соответственно, мы с ним с вами поменяем ремешок кожаный на металлический. Вот так вот. Так, убираем очередные часы. Которые называются у нас девайс. Вот они. Это немножко другие часы. Не те, что у нас были. Помните, у нас были девайсы, которые быстренько развалились. И я их особо не носил. Этот девайс вот мне посоветовали. Не помню кто. Посоветовали посмотреть на них. Это механические часы. Вот здесь у них прокладочки. Видите, как он приходит. В общем-то, в таком пакете. Очень стеклышко интересно. Вот. И еще одни часики вот пришли вот в такой вот коробочке. Это часики тоже девайс. Вот куча таких вот прибамбасиков. И вот, собственно, эти часы. Ну, при обзоре я скажу, что они напоминают. Это, естественно, что это копия довольно известных часов. А посмотрим, как это они сделаны. Вот. Так, в принципе, вроде ничего. Тоже механические. Ну и все прочее там идет вместе с ними. Посмотрим, как они будут работать. Вот. У нас 4 штуки часов, если можно так сказать. Будем работать потихонечку. Запишем, не знаю, может быть, сразу часы записать или перемешку записывать. Я еще не знаю. А вы мне посоветуйте тогда, как мне лучше быть. Дальше. Представляю. Это у нас ручка. Шла вот такой вот коробочке. Ручка называется никак не называется. В общем, такая серия прозрачных ручек. Я скажу, я сейчас просто не хочу, очень мало времени, за что я еще раз извиняюсь. Видите, я в походных условиях, этот ремонт никак у нас не закончится, а, соответственно, никак я себе не сделаю хорошую студию. Ну, хотя бы так, что можно было столик и можно было поставить, смотреть. Вот. Это одна из серии прозрачных ручек. Не помню, как называется. В сторонку. Следующая ручка у нас. Ой! Следующая ручка у нас из
таких старых ручек. Пришла она вот в такой вот коробочке. Это в ней лежала денежка для меня. Спасибо, спасибо. Ура, ура. Это ручка Винкса. Меня все просили посмотреть, как она. Это старая довольно фирма. И видно, что ручка старая. Сама по себе даже старая. Потому что пожелтевший уже ободочек здесь. И пластмасса такая прям чувствуется. Это старая-старая ручка. Посмотрим, как она будет работать. Сейчас я ничего не буду говорить. Это все туда к обзору. Но это вот ручка Винксанг. Старая, очень старая копия. Фу, копия. Не копия, а, естественно, оригинал, но старая модель. О, сколько у нас работы-то, елки зеленые. Так. Раз, два. Третья ручка, по-моему, Hero. Пришла достаточно просто. Вот так вот в упаковочке. С пупыркой. По-моему, Hero. Да, Hero 901. Hero 901. Ну, это стандартный, в общем, хировская, только немножко больше золота. Золотого побольше, соответственно, богаче будет выглядеть. Не знаю, как она будет писать. Три ручки. Далее. Вот в такой коробочке. Очень похоже на упаковку от ручек Picasso. Пришла ручка, по-моему, Bauer. Сейчас не будем вас обманывать. Да, богатая ручка Bauer. Вот такая богатая. Хотя нет, это не Bauer. Смотрите-ка. О, вот видите, обманул вас. Может быть, ладно, не буду. Здесь написано декламен, ладно. Вот такая, короче, ручка. Очень богатая, белая, золотым и черным. Ну, китайская. Как будет работать, тоже пока не знаю. Посмотрим с вами на обзоре. Еще одна такая коробочка. Здесь точно ручка Bauer будет. Да. Вот такой вот Bauer. Тоже сделан по старинку. Да, это точно Bauer, потому что он один был. Да, Bauer. Ну, стандартное перо его. И, в общем-то, остальное все стандартно. Это мне кто-то попросил посмотреть эту модель. Вот я ее и приобрел. Итак, 6 ручек нас ждут впереди. Параллельно я взял попробовать вот такие китайские чернила. Это джинхаусские. По 5, значит, здесь упаковочка, 5 штучек. И еще взял вот такие чернила. Hero, что ли, не помню. Так она. Видите, как коробочка синяя тут нарисована. Она синяя. 8 почему-то там штучек. Не знаю почему. Вот. Попробуем эти чернила с вами. Да, 8 заправочек. Параллельно с каким-то... с ремешком мне прислали вот эту вот пластмассовую китайскую штучку. Это для смены ремня. Очень удобно, кстати. Покажу вам, как работает. Так. Ну, собственно, и все. Вот такой вот был у нас анонсик небольшой. Я надеюсь, что следующий выпуск уже не за горами, а за долами. Я думаю, в таких же пионерских условиях будем снимать и обзоры, потому что, ну, уже невозможно. Я чего-то ждал, и все, никак не дождался. Вот. Обязательно пишите мне, какие вы ручки хотите посмотреть. Вот. Если кто-то не прочь помочь каналу, милости просим. Если найдутся такие желания, я им сообщу, куда чего высылать. Потому что, конечно, будет веселее, когда есть возможность
выбрать из товаров, которые предлагают китайцы, товар понадежнее, покрасивее, который будет дольше работать, но из-за средств выбирается более худший вариант. Тем более, что сейчас монетизация Ютуба вообще стала работать как-то странно. Если у меня раньше были какие-то доходы от моих обзоров, то теперь нужен 1000 подписчиков, чтобы только со мной начали разговаривать. У меня пока подписчиков 500. И спасибо им, что они в меня верят и не отписываются, и ждут новых каких-то вещей. Обязательно будут новые. Вот, по крайней мере, те, которые я показал. И плюс есть еще задумки. Я хочу рассказать вам обязательно про часы, которые я ношу, которые у меня лежат купленные и работают, и никаких претензий к ним нету. Вот. Если попадутся часы, которые я еще не выбросил, которые не работают, я про них тоже расскажу. Вот. И про ручки, в том числе, какие ручки со мной всегда. И, по крайней мере, на данный момент можно будет сделать выводы, что они о их надежности и о их работе и все такого прочего. Поэтому есть возможность. Давайте заведем, будем складываться, покупать вместе ручки или часы, будем их рассматривать более внимательно и покупать качественные товары, если они нужны, конечно. Еще один вопросик по поводу каналов. У меня есть еще второй канал, так в основном для звуковых подкастов. Этот я тоже давно размещу и там. Может быть, кто-то подплывет с того другого портала. Нужны ли подкасты такие за жизнь, где я просто могу рассказывать, отвечать на какие-то вопросы, либо это делать лучше в форме трансляции? Просто сейчас у меня, сейчас у меня в квартире даже негде поставить трансляцию, потому что стена будет такая жуткая, когда ремонт закончится. Вот. Все, точка.